Какое было наше детство? Какая музыка? Стихи, а фильм оставались в сердце. Мультфильм дивно, хороши. Все для ребенка, для народа, да там и взрослый отдыхал. Искусство свыше, с небосвода, живой и вечный идеал. Сегодня 1 июня, день детства, можно так сказать. Желаю, чтоб случилось чудо, вернулась сказка к нам опять. Какое было наше детство, какая музыка, стихи, а фильм оставались в сердце. Мультфильмы дивно хороши. Все для ребенка, для народа, а там и взрослый отдыхал. Искусство свыше, с небосвода, живой и вечный идеал! Идеал.